когда впервые появился бело-синий-красный трехцвет. В конце 1660-х годов была создана первая на Руси флотилия – Волжско-Каспийская. В 1668 году ее флагман «Орел» был украшен полотнищами бело-сине-красного цвета с нашитыми на них орлами. Изображение флага до нас не дошло, но о его цветах рассказывают документы того времени. Цвета первого русского флага имели символическое значение. Красный означал отвагу, битву за веру, смертный бой. Синий – цвет Богоматери, верность, веру. Белый – царя, отечества, благородства. Украшал флаг двуглавый орел, герб царей московских. В европейских справочниках того времени именно этот флаг назван флагом царя московского. Флагман сгнил, так ничего и не совершив, но трехцвет с золотым орлом перешел на ботик Петра I, дедушку русского флота, а затем и на другие корабли царя-реформатора. С 1703 года трехцвет постепенно вытесняется с флота Андреевским флагом. Андреевский флаг – это белое полотнище с косым голубым крестом. Трехцвет же с 1705 года стал флагом торгового флота. 20 января 1705 года считается официальным днем рождения трехцвета. Такова история нашего флага, флага Российской Федерации.